Значит, нам ехать до одного озера на мотособаке примерно 4 километра. Вон погрузили мотособаку в багажник. Вот с товарищем едем, он мне будет в этом помогать сегодня. Оставайтесь на канале, и хочу подметить одно, что мы еще делаем как бы одновременно и про рыбалку, и про мотособаку обзор. Сейчас на улице минус 29 градусов. При этом мы хотим испытать ее, так как мы еще не испытывали ее на морозе, как она заводится, как себя вообще будет вести. Вот. Как раз будет, я так думаю, полезная информация для, ну, для сибиряков, да? Да, согласен. Таким макаром я спускаю собаку легко и просто. Ну все, давай, поехали. Давай, погнали. Погнали. Пока ехали, снасти потеряли. Ну да, вон бугорок был. Трамплин. На этом трамплине вон ящик открылся. Снасти почти потеряли все. Ну ништяк. Идет по сугробам неплохо. Иногда бывает, приходится немножко помогать. Слазить с него немножко подталкивать. Но это где по пояс. А где по колено нормально идет. Короче, одному вот так вот с этими санями, даже если снег вот так вот, ну, по колено, нефиг делать, прет. Если застревает, вы вылазите, просто чуть-чуть помогаете. Он, честно, не знаю, кто там говорит о том, что по снегу не идет по глубокому. Идет, вылазишь, это так, когда нагрузишь много, не идет, а так нефиг делать. Ну вот, нагрузили мы с тобой, что взяли?
палатку, там, ну, шмотки, тулуп, печка, там, ну, для печки все эти хохоряшки, ледобор. Вот вдвоем херачим, в принципе, неплохо, вот по болотам, болото уже замерзли здесь все, вот. Есть такие пороги, уступы, вот через такие посадки, не посадки, а вот эти лесные массивы, приходится вот эти трамплины преодолевать. Ну, неплохо идет. Мне понравилось. Хороший, мне понравилось. Помор хороший буксировщик. Вообще тема. Поехали мы где-то километров, наверное, 15 на нем уже. Где-то так. Побывали на одном озере, на втором озере, на третьем. Короче, поймали там, ну, вот таких вот маленьких. Зато прогулялись. Рыбалка не удалась, зато прогулялись. Ну вот, посмотрите, сколько вот он прошел, да, по глубине, так сказать, вот нога, ну, по, можно сказать, как там, по колено. А теперь один, вытаскивай ее, газуй. Один там выйдет. Давай, давай. Он, наверное, может, уперся в что-нибудь. Ага, ага, пошел, пошел. Пошел, пошел, молодец. Ну, тяжко, конечно, тяжко. Ну, короче, здесь это, у меня здесь просто просто уклон, сильный уклон, ему тяжело выехать. Ну, сейчас выдохнем. А, так туда, смотри, какой уклон, просто жесткий вообще. Конечно, е-мое. Посмотрите, кто там. Еще раз. И тем не менее, маленький вот этот кошелек, извиняюсь за выражение, способен намного, понимаете. Мы уже 4 часа его испытывали в разных жестких позах и местах. Это, конечно. Конечно, склон, склон. Сейчас, братан. Склон, посмотрите. Просто, видите, просто жесткий склон, поэтому. Сейчас, если вправо пойти, он уйдет, как нифиг делать. А нам нужно влево в машину туда. Ну вот, выехали. Вдвоем немножко, немножко усилий придали, и все, и выехали. Ну, сами видели там, уклон был. Мы сегодня ее испытывали в разных, говорю, повторяюсь, в позах, в разных. Вы сами убедились, все равно, я снимал же ведь, вы видели. Конечно, там, если сугробы вот так вот будут, там и буран там, блин, закопаться может. И тем не менее, вот этот маленький за 79-78 тысяч, поверьте, я вас уверяю, вас будет радовать.
в местах, где подъезжаешь, да, вот машина не проедет, ну, какие-то старые следы там, или снега по колено, я вас уверяю, садитесь, грузите, вот, ну, снег не надо грузить, ну, вам незачем, его так полно много. Все, садитесь и едете. Где-то что-то позастряли, слезли, пошатали, выехали. Ну, я не знаю. А в других случаях, да, конечно, нужно тратить 1400, 500, 600 на буран и попроще. Но, опять же, буран, вот, вон, машина ЦРВ вмещает вот это все. Вот это, о, смотри, у нас треснул. Вот это тазик. И вот так. Собаку, ну я не знаю, это нихуя не собака, это, по-моему, крот, блин. Это крот. Вмещается все в это. Если у вас есть УАЗик Патриот или УАЗик Бобик, это вообще красота. Я не знаю, я доволен, правда доволен. Мы покатались сегодня. Пусть там ничего не поймали, но у нас, в принципе, большая цель была испытать его. Еще бы вот хотелось бы такое подчеркнуть, так сказать, всем счастливым обладателям такого мотокрота, так я его называю, что вот не обращайте внимания, видите, какие борозды. Мы вот второй раз сделали, ну, конечно, жесткий эксперимент для него. Мы где только не ездили, да, вот. И вот борозды какие идут, глубокие. Не переживайте, вот эти пластины все меняются, клепки высверливаются, новые пластины ставятся, клепочками быстренько заклепали и все. Как бы за это не переживайте, не нужно думать, что это вот разработчики что-то не доработали, так что не переживайте. Ну, цепочка, в принципе, особо не расслабла. Какая была натяжка у меня, такая осталась. Вот. Нормально. Еще одна особенность у него, то что вот здесь вот посередине, вот здесь вот нету катков, их убрали. А за счет этого снег не застревает и оттуда вылетает. Вот. И получается, когда снег мокрый, он там налипает, его потом легче чистить щеткой, там, какой-нибудь, не знаю, железкой. Вот, вот это у него самая особенность. И получается, он чуть-чуть легче. Вот такая вот модель. Короче, вот такие вот санки, волокуши, которые надо таскать вручную. Для таких поездок лучше не применять. Вот, как видите, здесь вот, вот такая вот дыра получилась. Можно их выкидывать. Веревку оставить себе, а вот эти я сейчас санки выкину. Они уже негодные. Надо покупать другие. Все, на мусорку. Ну вот, друзья, вот так мы покатались, немножко испытали по снегу. Друг у меня был очень доволен, он первый раз с такой техникой столкнулся. В основном у нас используют старые бураны, коротыши, там вот эти однолыжные. Современные бураны, но для нашего города это как бы редкость, мало кто использует. В общем, она будет вас выручать, как бы рабочая лошадка будет, рабочая собачка, так сказать. Вот. Хорошо, мне понравилось. Короче, ребята, подписывайтесь на канал, будут еще эксперименты, будут какие-то недочеты, я вам в следующих роликах покажу, какие будут нюансы у этой собачки. Вот. Ну, сейчас мы будем ее загонять, покажем, как мы ее в машину грузить будем. Так, слушай. Ой, видал, с первого раза профессионально. Прям как анально. Хе-хе-хе!